Общественные палаты создаются и работают для того, чтобы упорядочить взаимодействие власти с жителями, развивать институты общественного самоуправления, привлекать граждан к решению задач социально-экономического развития. О заседании Общественной палаты Славянского района первого созыва в первом репортаже нашего выпуска. Глава Славянского района Роман Синеговский видит одни из основных задач районной власти в открытости, в продуктивной работе, когда постоянно берутся в расчет надежды и чаяния жителей на улучшение их жизни. И районная общественная палата, которая входит в состав Общественной палаты Краснодарского края, как раз и призвана активизировать взаимодействие власти и граждан. Вы люди, которые с определенным опытом жизненным и с профессиональным опытом. Поэтому вот хотелось бы, наверное, нам вместе с вами координировать свою работу, принимать те решения, которые были бы изначально верными. Я уверен, что во многих вопросах наши позиции, они будут схожи, потому что у нас такое же желание, как говорится, создать наиболее комфортные условия для проживания наших жителей. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что власть как никогда открыта для общения со славянцами и всегда готова поддерживать разумные народные инициативы. Сегодня мы принимаем самое активное участие в любых вопросах и в социальном спектре, и в производственном, и в других отраслях. Вот. Мы все время советуемся с общественностью. И вот сегодня созданный новый орган «Общественная палата», я думаю, в унисон будет работать. И я уверен, если нужна будет помощь от Совета депутатов, мы всегда вас поддержим. В состав палаты вошли представители общественных организаций социальной направленности, ветераны различных отраслей, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, административной работы. У каждого из них за плечами большой опыт работы с людьми, многие занимали руководящие должности. Председателем общественной палаты единогласно был избран Николай Безуглый, который известен в районе своей гражданской позиции и неравнодушием, умением ставить задачи и добиваться их выполнения. После избрания секретаря общественной палаты и формирования трех рабочих комиссий по вопросам социального, экономического развития и местного самоуправления был определен план работы на следующий год. На первом заседании мы определили основные четыре направления нашего вопроса. Это социальные, это экономические вопросы. Это, в частности, подготовка к проведению 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это один из вопросов таких актуальных, как обращение с твердобытовыми отходами на территории муниципального образования Славянский район. Общественная палата Славянского района будет рассматривать важные вопросы, участвовать в значимых мероприятиях, изучать проблемы, поднимаемые жителями, и содействовать их оперативному решению. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».